Всем привет, друзья! Если вы любите суши, но не особо любите их готовить, то этот рецепт именно для вас, потому что сегодня я буду готовить красивый и невероятно вкусный торт, который называется суши. Для этого рецепта понадобится специальный рис для суши. Я его несколько раз промыла под холодной проточной водой, рис заливаю обычной водой и отправляю его на плиту и довожу до кипения. Рис закипел, плиту я ставлю на самый минимальный огонь и варю еще 15 минут. Одновременно приготовлю заправку для риса. Для этого мне понадобится 4 столовые ложки рисового уксуса. К нему я добавляю соль, сахар и все перемешиваю до полного растворения сахара с солью. Подготовлю остальные ингредиенты для торта. Свежие огурцы вместе с кожурой и авокадо нужно нарезать на средний кубик. Рис я сняла с плиты, открываю крышку и добавляю заправку. И теперь рис оставляю до полного остывания. Красную и копченую рыбу нарезаю на не очень маленькие кубики. Два листа нори обрежу по диаметру кольца. Рис у меня полностью остыл, буду собирать торт. Кольцо я установила в диаметре 18 см. Выкладываю 1/3 подготовленного риса и смазываю его сливочным сыром. Сыр я взяла так же, как и риса, 1/3. Кстати, очень вкусный рецепт Филадельфии вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочку оставлю внизу. Сверху выкладываем лист нори и разравниваем его. На нори сверху выкладываю красную рыбу. Выкладываю вторую часть риса и смазываю его сливочным сыром Филадельфия. Снова один лист нори и сверху выкладываю подготовленные свежие огурцы вместе с авокадо. Следующий слой рис смазанный сливочным сыром. Остатки нори, которые я вырезала в начале, я порезала ножницами и выкладываю следующим слоем на сыр. Следующим слоем будет копченая рыба. И выкладываю последний слой риса. Тортику я дала настояться 1 час в холодильнике и сейчас буду его украшать. Аккуратненько снимаю кольцо и верхушку торта украшу красной икрой. Можно также украсить рыбкой или кунжутом, все зависит от ваших желаний и фантазий. Еще я захотела приготовить маленькие мини-тортики, ну или салатики. Там я использовала вместо рыбы креветки и мидии. Сверху посыпала белым и черным кунжутом. Тоже получается очень интересно и вкусно. Торт получился красивым, оригинальным и невероятно вкусным. Если вы любите суши, то этот торт именно для вас. Я надеюсь, вам понравился рецепт торта и вы его приготовите. Приятного аппетита! Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о таком торте. Ставьте лайки.